Губернатор Приморья вместе с главой Владивостока прокатился по велодорожке на Русском острове. Выделенная полоса уже протянута от канала до основной трассы и от кампуса ДВФУ до мыса Охлёстышева. Город продолжит обустраивать эту трассу. Уже начали установку фонарей на дорожном полотне. Два момента здесь есть, которые тоже нужно оборудовать. Это где пешеходный переход обязательно сделать лежачий полицейский. Да. Поставим, давайте, камеры видеонаблюдения по скорости. Ограничения сделаем с тем, чтобы безопасный был переезд. Напомним, в сентябре от Охлёстышева до ДВФУ открыли 4-километровую велодорожку, а в 2020 году сделали 4-километровую велодорожку от поворота на Поспелого до канала. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.